Сейчас сюда в управление заеду. В администрацию. Второй, что я не могу привыкнуть к этой коробке. Тише, тише, ноги вместе. Здравствуйте. До свидания. Мужчина в камуфляже на Дениса очень сильно похож. Вот так если Дениса состарить, и прям вообще одно лицо. Почему-то. Мне так показалось, прям вообще. Как будто я в будущее попал. И такой я иду там, ну лет там через 20, да, и Денис стоит. Вообще, я охренел сейчас. Просто ух. Хорошо. Машина синяя. А честных людей против гонка. Сука, кура, распринтовалась. Сейчас попробую здесь спуститься к Сейму, найти дорогу и уже вдоль Сейма домой пробираться. Сейм — это река.
так сказать, огородами. Но это я слишком далеко, конечно, заехал. Тут можно, короче, и не найти пути обратно. Ух ты, ничего себе. У них это не лежачий, блядь, а мертвый. Вот куда-то дорога. Давайте я туда поеду, попробую. Посмотрим, куда я попаду. Свет выключил, что-то свет не к чему. Как приятно воет коробка, да? Я здесь ни разу не был, ребят. Первый раз еду вот так вот. Вон, кошки сидят всякие дикие там, мышкуют. Вторая пидорачка. Я думаю, что я к Сейму и еду. Ну, слишком далеко. Наверное, там если вот... Ну-ка, это где я вообще? Что это такое? Куда я попал? Карьер какой-то. Здесь я... Мне кажется, я ни разу здесь не был. Это непонятное для меня место. Ну это 7, ребят. Это 7. Я до сюда ни разу не доезжал. Вон кладбище наверху. Я здесь ни разу не был. Хотя, сейчас я подумаю, где я. А, да, мы здесь ни разу не были. Мы до сюда не доехали ни разу. Здесь не было возможности проехать. Вот тут сексуальными этими занимались. Вот такой Сейм здесь. Все. Первый включу. Вот так вот. Смотрите, и рыбку здесь ловить. Здесь совсем другое все. Не как у нас. Здесь классно. Коняшка вот пасется, и вон еще одна. Да, вот там такое вот запруда такая. Есть запруда. И вот эту церковь эту я видел, когда мы там стояли и не могли дальше проехать. Сейчас попробую туда. Я, знаете, я не поеду по этому, как она называется, почему я не поеду, по деревне, потому что я боюсь собак. Третья пидорача, смотрите, как везет вообще. Открываю дырку и все, вонючку открыл и все, попер. Гляньте, ну это аппарат вообще, это он на 15-й звезде. Сейчас вот здесь вот такой зигзаг этого Сейма будет. И вот мы до туда доезжали. И все. Мы вот с той стороны были. Сейчас я туда как-нибудь перееду. Вот он, зигзаг этот. Сейчас я сюда спущусь. И поедем вдоль Сейма обратно. Вот такая у меня альфа прогулка сегодня. Вот он, этот зигзаг Сейма. Он вот так вот сделано. Бяшкины какашки, горошек. Смотрите, как тут интересно люди живут. Вот так вот загорожено все.
классно вообще. Вот здесь мы были с Денисом, на планетах гоняли. Сейчас я Бартульцу позвоню, скажу, что я там, где мы когда-то были. Мы до сюда доезжали, там мост, за мостом там еще можно ехать, а потом там размыто было. То, может быть, там сейчас или сделали, или по-прежнему размыто. Мы вот туда ездили, вот туда вот. Помню, буксовали тут нехило. Все это видосы есть наших покатушек. Вот здесь вот, я не знаю, 15 километров от дома. Так, ё-моё. Здорово, братулец. Здорово. Ага. Вот. Понятно. Погода классная. Может, мы на планетах сегодня где-нибудь? Да, можно было бы. Я вот, а там приеду, будем глядеть, что у нас так будет. Ну, давай, может, погода не испортится. Давай, сегодня давай, ага. Последний день теплый, потом дожди обещают. Давай, на связи, брат. Ага, все, давай, давай, пока. Ну вот такие у нас планы на сегодня.